Всем привет снова, ребята. Это тоже про гусеницы вторая часть. И я узнала то, что маленькая. Я вот тут вот каляку-маляку положила. Ну, я имею в виду, как бы вот это вот как его. Я тут положила вот этот йогурт. И она его даже кушала. И, может, ты еще раз покушаешь? Я хочу, чтобы ребят посмотрели. Вот тут еще есть. Или ты уже не голодна? Ну как эту прелесть мазня? Прости. Видите, она кушает. Нет, что-то она уже не голодна, мне кажется, все. Может, она к яблочку хочет? Нет, она кушает. И понравился йогурт. Вишневый именно. Я, у нас нету капусты, но можете попробовать своим гусеницам дать капусты. Я уже вон ту большую гусеницу проверяла на этот... По телепузике. Мне кажется, что эти телепузики ели густар. Именно вот такой. Короче, это густардом будем называть. Густард для гусениц. Она уже за яблочко пошла. Она теперь яблочко ест. Ничего себе, какая я голодная гусеница попалась. Настырная. Интересненько. Я не знаю, что я сейчас снимать. Ну вот, Тима ест огурец. Ой. Всем показывает огурец. Вот. Это вторая часть про гусениц. Ну вот тут гусеница кушает все. Наверное, эта серия будет немножко покороче. Всем, а ты сейчас гусеницу раздавишь, отойди. Тут есть такая кормушка с разными видами бегемотиков этих. Мягких, вот этих, разноцветных. Вот. Гусеница рада, как же хорошо то, что меня накормили. Хрум-хрум-хрум, да, Сёма? И меня. Вот гусеница ползет. Чего вам еще показывать? Ну, немножечко такое коротенькое видео получилось. Всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока. Всем пока-пока. Это я. Вот. Это я. Пока-пока. Всем пока.